27 марта 2019 года в 7 часов 40 минут на 86-м километре автодороги М5 Урал, подъезд к городу Саранск. В условиях снегопада произошло столкновение двух автомашин. Автомашина Audi под управлением жителя Торбеевского района и грузового фургона ГАЗ под управлением жителя города Саранска. В результате данного дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров автомашины Audi получили телесные повреждения и с различными травмами были госпитализированы в Краснослободскую межрайонную больницу. По факту ТП проводится административное расследование, после проведения которого будет принято процессуальное решение. Ильдар Ямагов, начальник отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России Краснослободский.